Всем привет! Каньон и Конорчик. 3 километра, 40 минут. Пришли, а здесь тупик. Пришли в тупик, 40 минут шли. В Советском Союзе могли же строить высокие высоковольтные линии передач. Вон там еще одна. Как это все делалось? Ну все, мы пришли. Каньон Сказка. Южный берег Иссык-Куль. Вообще-то собирались в Конорчек пойти. Попали в Каньон Сказка. Вот. Телепортировались. Видимо, где-то. Как в американских фильмах, вот так идешь. И тут индейцы со всех сторон. С копьями, с луками, стрелами тебя стреляют, а ты такой пыш-пыш-пыш, отстреливаешься с револьвера, пыш-пыш. Фантазия Азамата. Что мы дошли, вот оттуда пришли, вот так. Это вот каньоны Конорчек. Вот это да! Ну, считай, мы дошли до финиша. До истока дошли. Где речка начинается. А там дальше, если идти, 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 можно. Идти, идти. Стой. Этот камень, конечно, пугает. Ух, ё-моё. Эти камни, конечно, пугают. Небольшой камешек. Исток. Ну, дальше и не залезешь, конечно. Ну, что за лев этот тигр? Р-р-р-р.
тигр сидит, за всеми наблюдает. Панорама. Конорчак. По дороге на Иссык-Куль. Перед красным над мостом парковка и ушел направо в ущелье. Красота, конечно. Телефон даже не может снимать. Ну вот, завершилась прогулка. 11 километров, 3 часа 10 минут. Знак Чуйской области. По Google картам этот канал является границей между Чуйской и Иссык-Кульской областями. Ну, это железная дорога, по которой поезд летом ездит. Балыкчи. Омское ущелье. И ветерок. Всем спасибо. Всем до свидания.